Всем привет! Сегодня готовим великолепный стейк. Нам для этого понадобится говяжья вырезка, свежий тимьян, сливочное масло, оливковое масло, чеснок, морковь, лук, свежий шпинат, куриный бульон и наше вишневое пиво. Начинаем готовку стейка, начинаем с соуса. Хаотично нарезаем морковь и лук. На оливковом масле обжариваем морковь с луком. Следом добавляем пару зубчиков чеснока. Далее добавляем тимьян. Далее добавляем вишневое пиво и выпариваем в течение 5 минут. Добавляем куриный бульон и выпариваем в течение получаса. Нарезаем нашу говяжью вырезку толщиной 5 см. Обильно солим наши стейки. На раскаленном оливковом масле жарим наши стейки. Процеживаем наш соус через сито, выпариваем соус до нужной консистенции. Когда наши стейки обжарены, добавляем сливочное масло, свежий чеснок и тимьян. Далее ставим наши стейки в духовку на 80 градусов на 10 минут, чтобы они отдохнули. На оливковом масле обжариваем наш шпинат с чесноком и солью. В конце приготовления соуса добавляем сливочное масло и затягиваем наш соус. Блюдо готово, всем приятного аппетита!